хочу пиццу. Лад Валакас, Гимит и Мотор Блыч, Биг Бабы Тапи Айча, КТТПС 2000, Слеж, Слеж, Даблю, Даблю. Так, а что? У, сука, преступник, да? Где доказательства? А нету. Это не мой голос, это какой-то... Да что ему надо, сука? Алло? А тебя здесь написали. Шо? Кто? Не скажу. Говори. Я хочу взятку. Да иди ты нахуй. А будто я не хочу. А пососать ты не хочешь? Это утка, да. Хочу. А? Я тебе скинул локацию. Приходи туда с туфлями. Пока. Пена. Алло? Пена? Это, брат. Мне нужна дурка, мне нужна дурка, мне в дурку надо, понимаете? Дурка плачет за мной, она хочет меня, это то место, где меня любят. Пена ебаная была. Бля, блядь. Ну это банчик. Да что? А, уже записываем? Так а чё молчим-то? Все, ставим камеру, работаем, работаем. Оператор, заберите. Боже, хуйней тут какой-то занимается. Ой, зараза такая. А знаешь, Валера, ты меня расстроил. Я твой рот ебал. Я признавалась тебе в любви. Даже песню написала. Я готов ебать. Ждала приглашения на свидание, потом сама приехала в Самару, а ты просто забыл, да? Козёл. Конечно, да, я все понимаю. Голые бабушки из друг вокруг важнее, чем девочка, которая написала тебе песню о любви. Мне тут Пенчес недавно звонил. Такой милый мальчик. И да, наверное, ты уже на подходе к своей квартире. И скоро узнаешь, что Дис написала я. Нет, 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 не нужно, Оскар, умолять, не вернуться. Не на сторика, Роман. Когда Оскар ты осознаешь, кого подготовь. Ты потерял, будет слишком поздно. Что ж, слушай и плачь. Оператор, выключаем камеру, все записано. Че стоим вообще? Что тут происходит у вас? Где-то здесь лежали таблетки, как вдруг все пропало. Зверь вышел из клетки, а жизнь разделила на три человека. Все изменилось. Ведь клад Валака стал женщиной. Дарите ему цветы, водите его в кино, потом везите его домой на BMW через красный свет, чтобы быстрее включить свой комп, смотреть летсплеи Куплина в плей всю ночь, пока в углу плачет старый черт.
ты так изменился, играть не умеешь, но все сразу злишься, разбился посуду, сучка. И скинь под купены, печет на 120, ты так станешь геем. Ты грявый, как тряпка, руки, как ветки, ты слабый придурок, разбил мое сердце, сказал, будь вместе, кататься по Крыму, соврал и уехал. Под пивом на Нида, ты ж мой залупа, ты старая тёлка, совсем некрасивый, и где твоя чёлка? Ты лысый, как жопа, младенца гориллы, воруешь донаты, сидя в квартире, ты лазишь в тоннелях, Доми. И строишь кентавр. Хорошо. Ты так говоришь, но ведь это для гала, название лучше придумать бы стоит, придумайте сами, он будет расстроен. Петь клад Палака стал женщиной. Дарите ему цветы, водите его в стал женщиной. Это сука, это из этого Гарри Поттера, я понял этот прикол. Дарите ему цветы, водите его в кино, потом везите его домой. Через красный свет, чтобы быстрее включить свой комп, смотреть летсплеи Куплин от Плей всю ночь, пока в углу плачет старый черт. Вот тут а бан тебе сразу бы. А какой там у тебя ник в чате? Сейчас забаню. Это бан, сука. Вот это бан, бля. Все. Вот это ты допелась, красоточка. Все. Бан. Масторы, фиксируй этот момент, блокируй сразу. Блокировать таким. Просто на подходе к своей квартире и скоро узнаешь. Да. Где-то здесь. Смейтесь, смейтесь. Лежали таблетки, как вдруг все пропало. Зверь вышел из клетки. Смейтесь, смейтесь, бля. Скоро, когда ума наберетесь, когда уже начнете мыслить как мужчины, да, по-взрослому, то есть, да. Вы живете вот все, да, в какой-то своей оболочке, то есть, да, вот все вы. Вот, у вас какая-то оболочка своя, да, то есть, когда вам рассказывают серьезные вещи, вы их не способны воспринимать, понимаете? Потому что вы совсем по-другому запрограммированы, да. Ничего страшного, скоро каждое мое слово, сказанное про туннели, в том числе, да, вы будете вспоминать, когда уже будет поздно. Вот и думайте, все. А жизнь разделила на три человека, и все изменилось. Ведь клад Палака стал женщиной, дарите ему цветы. Водите его в кино, потом везите его домой. На БМВ через красный свет, чтобы быстрее включить свой комп, смотреть летсплеи Куплина в Плей всю ночь, пока в углу плачет старый черт. Что с тобой стало? Ты так изменился. Сука, бан, блядь. Вот это была последняя капля. Каждая фотолупина здесь не является правдой, является вымыслом шизофреника. Ясно тебе? Я тебе сказал, все. Тебе бан, сучка. Я тебе сказал, все. Все. Играть не умеешь, но все сразу слишься. Разбей всю посуду и скинь под купены. Печет на 120, ты так станешь геем. Ты рявый, как тряпка, руки, как ветки. Ты слабый придурок, да. Руки, как ветки. Вот это по твоим ветке, блядь? Мне что, сейчас новую фотку сделать или что? Ветки, да? Вот эти руки, знаешь, сколько обделают дел и сколько пасека вот эти руки видели последними? Знаешь, сколько? Я сейчас даже говорить это не буду. Вот эти руки некоторые видели вообще последний раз в своей жизни, ясно? Я тебе сказал. Ты слабый придурок, разбил мое сердце, сказал, будем вместе кататься по Крыму, соврал и уехал под пивом на Нида. Хуй-то.